Вот такое рабочее совещание. По какому Сергея Александровича? Это Прокопенко, Владимир Рочество, не помню. Алексеевич. Вот у нас присутствует здесь еще общественник. Мы договорились о том, что, по сути дела, очень, очень отрадно. Это движение надо поддерживать. Мы целиком поддерживаем это движение. Пожалуйста, объединяйтесь с СЖ, берите на себя эту ответственность за управление домами. Другая форма существует, пожалуйста, СЖ. Что надо от администрации, юридическое сопровождение и тому подобное, пожалуйста, мы готовы это обеспечить, мы готовы предоставить помещение, мы готовы проводить разъяснительную работу. Но это все делается только для того, чтобы народ мог и имел право выбора. Никто никого за уши, никакую управляющую компанию не тащит. Но на период, когда, вот знаете, полностью разбалансирован организм, иногда доктор за пациента принимает решение. Вот я сегодня в роли местной администрации, в роли вот этого доктора. Не потому, что у меня есть какие-то виды на управляющей компании. Я уже много раз говорил, не мне это, не моим детям, не детям сотрудникам. Мне интересно, да я считаю, это преступность, когда высшее руководство, там, хотя, может быть, и не совсем там, нарушение прав человека по отношению к своим родственникам или близким. Но не надо это делать, чтобы не было потом разговора. Все остальные участвуйте, все остальные делайте. Но сегодня так. Научитесь управлять тем, что есть. Покажите, что вы лучшие, и жители пойдут независимо от воли главы к вам.